Сегодня я хочу рассказать, как быстро и качественно монтировать видео с дрона, так чтобы это не занимало много времени, потому что раньше я тратил где-то 3 дня на небольшой отрезок видео, и это была непростая работа, задача. Сейчас же с опытом я могу за один вечер смонтировать большой отрезок видео, потому что появились какие-то лайфхаки, которыми я хочу с вами сегодня поделиться. Так, чтобы вы достали свои терабайты видео с полок и начали монтировать. Погнали, расскажу, как это делается. Let's go! Монтировать я буду Final Cut Pro, но вы можете использовать любую другую программу. Перекидываем наше видео, которое мы сняли на дрон, в проект. Здесь у меня пролет на одной батарейке, которую я сделал в Италии. Наш монтаж мы разделим на несколько этапов, и первый этап будет подготовка. Мы уберем все лишнее. Здесь вначале мы взлетаем на дроне, очень много там дергаемся, убираем. Здесь у нас камера немножко меняет свой ракурс, мы делаем обрезок и будем оставлять только плавные пролеты в одном направлении. Убираем куски, где камера вот делает эти переходы, и оставляем только плавные пролеты. Здесь у нас много есть моментов, где мы просматриваем камерой местность, чтобы найти красивый ракурс для съемки. Такие моменты нужно убирать. Здесь красивый плавный пролет, но есть момент, где я начал поворачивать камеру. Разделяем эти клипы. Дальше, когда мы к морю приближаемся, у нас здесь есть засвет, мы его тоже убираем. Красивый четкий пролет, хотя как бы ракурс камеры менялся, но все выглядит четко и плавно. Здесь такой небольшой участок, мы его выбираем, где мы плавно пролет делаем. И здесь я уже опускаю дрон на посадку, но все равно получился красивый кадр, мы его оставляем. И дальше, где я всадил дрон, убираем. Все, первый этап готов. Теперь у нас все кадры красивые, плавные. И все эти кадры теперь можно использовать в дальнейшем монтаже. Следующий этап – это подбор музыки. Для съемок с дрона очень хорошо подходит плавная, спокойная музыка. Но где есть небольшие биты с повышением? Справа снизу есть иконка в виде пленки. Нажимаем на нее. И здесь мы можем поменять высоту звуков, которые будут отображаться на таймлайне. Теперь у нас стало лучше видно биты, и это нам поможет в дальнейшем монтаже. И после выбора музыки мы выбираем небольшой отрезок, который больше всего подходит нам под видео. Я выберу так, а вы там смотрите, как вам более удобно. И следующий этап у нас будет расстановка маркеров. Мы поставим маркеры на биты, где они немножко повышаются. Где мы будем делать дальше обрезки, то есть обрезать клип под эти биты. Так, чтобы музыка и сам клип были как одно целое. В дальнейшем это нам очень поможет при монтаже. Мы выбираем нашу музыку, и там вот, где биты повышаются, с помощью буквы M выставляем маркеры. И последний этап, мы с помощью маркеров обрезаем наш клип. Здесь очень просто, выставляем курсор там, где находится маркер, с помощью кнопки B делаем надрезы и выбираем самые красивые отрывки с нашего видео. И таким образом у нас получится крутое видео, которое будет совпадать с музыкой. Возможно, где-то при нарезке нужно будет еще добавить маркеры. Тут нужно уже смотреть, как вам больше нравится. Все, монтаж мы закончили. Теперь я покажу, что же у нас получилось.
Вот такой вот у нас видос получился. Все довольно-таки клево, под музычку, четко. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Также, если у вас есть какие-то другие лайфхаки, либо идеи, как бы убыстрить монтаж видео, тоже пишите их в комментариях. На все комментарии отвечаю. Так что пишите. Это такой был базовый монтаж. Один из самых простых. Но если вам понравилось это видео, я сниму еще одно видео про другой монтаж, более сложный. Но тогда видосики будут получаться еще круче, еще качественнее. Там мы будем добавлять переходы и убыстрения. В общем, подписывайтесь на канал, а я погнал.